Кончается вольница для водителей больших грузов на дорогах Саратовской области. Депутаты областной думы приняли закон, который должен дисциплинировать дальнобойщиков. Напомню, этой осенью в Саратове произошли две крупные аварии с участием иногородних водителей грузовиков. Еще один принятый законопроект призван решить проблему долгостроев в регионе. Подробности у Юлии Шишкиной. В повестке 42-го заседания областной думы старые новые законы. Снова очко в пользу дольщиков. Инвесторам, которые решатся довести до ума саратовские долгострои, таких в регионе 27, уже обещаны земельные участки. А в этот раз депутаты одобрили создание специального госфонда, который будет достраивать проблемные многоэтажки и привлекать деньги инвесторов и государства. Не дает забыть о себе многострадальная программа капитального ремонта многоквартирных домов. Выяснилось, что 1600 домов в Саратовской области не получают квитанции об оплате. Непорядок решили депутаты и наделили правом рассылать извещение регионального оператора. А чтобы у жителей не случился инфаркт при виде забитого квитанциями почтового ящика, предусмотрели рассрочку. В тех случаях, где у собственников есть трудности финансовые и, соответственно, какие-то причины, что не могут сразу заплатить, нужно пойти на то, чтобы сделать, соответственно, график погашения накопившейся задолженности по капитальному ремонту. Региональный оператор нам обещал, что он индивидуально будет в каждом случае подходить, и все просьбы граждан будут удовлетворены, чтобы люди получили рассрочку на оплату капитального ремонта. Письма счастья от регионального оператора начнут приходить с 1 ноября. На этом заседании депутаты закрутили гайки грузовикам, которые следуют по дорогам Саратовской области. Перегрузы и проезд под запрещающий знак стали причиной множества аварий на дорогах Саратова в последнее время. Теперь фуры и длинномеры будут эвакуировать на специальный штрафстоянки и там разбираться с нарушителями. Принято к рассмотрению сразу несколько законопроектов, призванных облегчить налоговое бремя на малый и средний бизнес. Депутаты посчитали, что экономический кризис – подходящее время. Когда падает платежеспособный спрос у населения, когда нарушаются уже установленные договоренности по взаимному обмену, продаже, передвижению товаров и финансовых ресурсов, логично сделать какие-то послабления. В очередной раз скорректировали областной бюджет. Депутаты одобрили поступление федеральных средств на переселение из ветхого и аварийного жилья, реабилитацию инвалидов. Пришел федеральный кредит 1 миллиард 400 миллионов рублей, который регион пустит на погашение коммерческого кредита. А вот в следующем году Москва планирует более чем вдвое сократить средства на поддержку и выравнивание внутреннего долга субъектам. На последних парламентских слушаниях в Москве зашла речь о фонде обязательного медицинского страхования. Для субъектов лечить неработающее население – неподъемная ноша. И зачастую в эту категорию людей, которые пользуются вот за счет субъектов этим правом, попадают те состоятельные люди, которые имеют и коттеджи, и машины великолепные, и прочее, но нигде не числятся безработными. Поэтому стоял вопрос о том, чтобы был какой-то перечень вот этих физических лиц. Дефицит главного бюджета страны будут покрывать из резервного фонда. С дефицитом казны закончит год и Саратовская область. Прогнозируется недостача около 5 миллиардов рублей. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.